чуть не сдохла. Поэтому, да. Я редко пью, очень редко, по праздникам. Но вчера, типа вот, не знаю. Тогда я помню, мне так херово было, вот реально, вот настолько плохо, мне так ни разу не было от алкоголя, это единственный раз было, и как раз в клубе. Потому что в клубах намешивают хер знает что, что ты там пьешь, вообще без понятия. Знаешь, как это говорю? Я говорю, давайте мне самый к***. Блин, какая я дура, ёпарасте. Даже не помню, как я на такси до дома доехала. Я помню, что мне девчонка звонит. Короче, я даже давно не девчонка звонит по видеосвязи. Я такая говорю, ты чё там, как? И я такая, да, и всё, короче, и всё. И потом я там... помучилась, легла спать на утро, я такая была, а я еще помню, я макияж себе делала. Как панда, короче. Просто реально как панда просыпаюсь, лицо опухшее, еще вот такие вот глаза намазывают, вообще ужас. Жива, нет, доехала, нет, вообще там как. Я такая, да, она такая, ладно, нормально, доехала. После этого я не пью вообще, если я иду в клуб, я в клубах когда бы 7 раз была. Тот раз. Вот этот последний. Еще один раз я ходила, да. После этого через месяц мы еще ходили. Все, больше я не ходила. Это получается той зимы я. Ну, после зимы я не ходила в клубы. То есть будет почти полгода. Ну и короче, что я хотела сказать-то? Вот, и я типа вот когда даже последний раз ходили в клуб, как раз давно, после этого момента, привет, я поняла, что я никогда теперь не буду брать эти обоссанные коктейли. Даже нигде, ни в каких заведениях. Ну, только там, не знаю, может, в ресторане, ну, вот это вот. А в клубах только бутылку выпивать, если там надо, либо шампань. В жопу такое вот намешают, там всякое понакинут в этих клубах. И ты такое пьешь, и ты не знаешь, что ты пьешь. Hi, everyone. Всем привет, ребят. Кто откуда? Как дела? Тогда последний раз я была полгода назад, и мне такие говорят, да давайте по коктейлям, что типа они вкусные, я такая, нет, типа нет, давайте берем либо бутылку, там смотря чего, либо вино я там выпью, все, нет. Беларусь, то как дела? Я поняла, что ты с Беларуси хотел спросить, откуда? В Беларуси же. Когда сам делаешь, да, ты потом же знаешь, что там, а когда тебе мешают... Нет. Больше никогда не буду повторять свои вот такие вот ошибки, типа, с этими напитками. Когда мне просто, просто намешали виски, кола, текила, водка, все вместе. А вы прикиньте это выпить, я не помню, 2 стакана вот таких больших я выпила или 3, я не помню, честное слово. Мне кажется, 2, 3, мне не полез. Я не помню, говорю, я ничего не помню с того дня. Я помню, что я в такси что-то ехала. Что-то таксист мне сказал, но я уже не помню, что он мне говорил.
как я домой ходила, как мне подруга позвонила по видеосвязи, а я возле толчка сижу. Все. И потом на утро, как я просыпаюсь, вот с таким вот макияжем черным, как панда, и с опухшим лицом. Все. Что там было? А, ну я помню, ко мне еще подходили знакомиться, но это как всегда такая тема. В клубах это. Ко мне подходит, и он вроде, ну он не русский был. Я не знаю, кто по национальности, я не рассматриваю, ну, типа вообще. Просто видно, что, ну как бы, не славянский мужчина, можно сказать так. И он такой подходит ко мне и такой: «Можно с вами, типа, познакомиться, еще что-то такое, типа, красивое?» Я такой говорю. Я не помню, почему я по пьяни сказала, и мы были с девчонками, и я такая говорю: «Вот, типа, сейчас мой муж подойдет и может вам разрешить познакомиться». Что такое я сказала, я тоже не помню, типа. А потом я понимаю, что у меня ни колечка нету, и мужа рядом, да и нихуя нету, потому что я такая: «Ладно». Сейчас муж подойдет. Спросите у него. Они же еще такие. Муж вышел туда, уехал, гуляет, это одна колечко забрал. Да, и было еще типа такое это. Типа, у нас вот в клубах, типа, большинство вот там есть, типа, такой контингент славянских мужчин, и они очень настойчивые, типа, это все знают, они очень настойчивые. И если им просто скажешь «нет», они тебя не услышат, очень редко, зависит от людей. И я такая сразу в голове: «Все, у меня тут муж, давай, пока». Ну, потому что реально от них отвязаться очень тяжело, от некоторых. Как пристанут, еще видят, если ты там пьяная достаточно, или там еще. Поэтому у нас, да. Я, в принципе, в клубы не хочу ходить, мне там не нравится. Чисто вот в полгода, в год сходить, и то. Потанцевать, это тебе вот так вот за глаза, и то. Хера это надо? Просто нравится у нас в городе, типа, есть один, как сказать, не то, что у нас есть этот, типа, бар. Ну, типа, там как клуб, там тоже потанцевать можно, да, типа, бар. И там прикольно, что там, типа, контингент взрослее. И, короче, и, типа, музыка, все нормально, народу не так много, как у нас вот клубы есть, там, там просто молодежи, вот, пиздюков, просто как будто со всех этих накинулись, приехали. Типа, там такое нормальное, не сильно популярное место. И шоу устраивают, и такое вот приколдесие, короче.